Дорогие друзья, в этом году традиционная конференция Российского исторического общества на Восточном экономическом форуме посвящена особенностям преподавания истории в странах Востока, в значимых центрах многополярного мира. При выборе этой темы мы исходили из того, что историческое образование в школе – это связующая нить, передающая социальный опыт из поколения в поколение, ключевой инструмент формирования гражданской идентичности. Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах, всегда рассматривалось как значимый критерий суверенитета. Одновременно с тем, знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях. Россия по праву гордится своей системой школьного исторического образования и всегда открыта к профессиональному диалогу в этой сфере. В прошлом году в Москве при поддержке Российского исторического общества состоялось первый Всемирный конгресс учителей истории, объединивший ученых и педагогов из 38 государств. Рассчитываю, что сегодняшняя экспертная дискуссия также внесет свой вклад в осмысление опыта преподавания истории, накопленного странами Востока, а ее выводы будут полезны всем участникам. Желаю конференции успешной работы!